Есть фильмы, которые хочется пересматривать снова и снова. Конечно, над созданием таких картин работали целые творческие группы. Но бесспорно, если бы во главе всего процесса не стоял человек талантливый и гениальный, такого успеха бы добиться не удалось. Мы преклоняемся перед этими гениями отечественного кино, фильмы которых можно смело назвать шедеврами. Эльдар Рязанов, наверное, самый народный режиссер, ведь если в титрах стоит его имя, картину посмотрят все. Достаточно, например, вспомнить, что целые поколения наших сограждан на протяжении многих лет встречали самый любимый и традиционно семейный праздник Новый год с его фильмами. Кроме потрясающих «Карнавальные ночи», «Иронии судьбы» или «С легким паром», «Служебного романа», «Невероятных приключений итальянцев в России», «Берегись автомобиля», Эльдаром Александровичем было создано более 200 авторских телепрограмм. Леонид Йовович Гайдай открыл новый жанр народной комедии, в котором до него никто не работал. В советском кино было принято снимать идеологически выдержанные, скучные фильмы, а Гайдай, выросший на фильмах с Чарли Чаплином и обожавший этого персонажа, мечтал снимать комедии, живые и веселые. Мечта осуществилась. Его фильмы «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» стали по-настоящему народными и любимыми многими поколениями. И хотя коллеги, режиссеры и кинокритики не воспринимали всерьез творчество Гайдая, его ленты остаются популярными и по сей день. Игорь Федорович Масленников, создатель таких кинематографических шедевров, как «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона», «Зимняя вишня» и многих других. И все они по-своему замечательны и любимы нами. Сергей Бондарчук оставил после себя настоящие шедевры киноискусства. По части масштабных постановок ему не было равных. Да и сейчас вряд ли найдутся кинематографисты, способные превзойти его в мастерстве создания глубоких эпических фильмов. Такие его фильмы, как «Они сражались за Родину», «Судьба человека», «Молодая гвардия», навсегда вошли в историю отечественного кинематографа, а грандиозные сцены с многотысячной массовкой «В войне и мире», «Ватерлоу» помнит каждый зритель. Советский актер, режиссер и сценарист Георгий Николаевич Данелия является автором таких шедевров кино, как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Паспорт», «Кин-дза-дза», «Афоня». Его фильмография – это ценнейшая летопись целой страны. Картины Данелии не просто смешат и впечатлят, не просто увлекают остроумием мысли, условиями игры, блеском исполнения и заставляют задуматься о жизни. Нет, они сами – это жизнь, образно выраженная на экране. Андрей Тарковский – настоящая легенда советского кинематографа. Его вклад в мировое искусство сложно переоценить. Фильмы «Иваново детство», «Солярис», «Жертвоприношение» до сих пор являются классикой советского и европейского кино. Тарковский режиссер известен во всех уголках планеты. Его фильмы переведены на десятки языков. Это фильмы о вечных темах, над которыми размышляет человек в любой точке земного шара. О слабости и силе человека, о природе, о родине, о любви матери к сыну, о судьбе. Добрый сказочник Александр Артурович Роу знаком нам всем с детства. 16 сказок, которые он создал, являются классикой детских фильмов. «Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и медные трубы», «Василиса прекрасная». Кажется, эти фильмы будут пересматривать дети во все времена. Марк Захаров – единственный советский режиссер, которому удалось сделать из театра шоу голливудского качества. Его спектакли до сих пор идут с аншлагами, будь то новая постановка или продукт 30-летней давности. А фильмы – тот самый Мюнхгаузен, «Юнона и Авось», «Формула любви», «12 стульев» Марка Анатольевича до сих пор любимы зрителями. На фильмах Станислава Ростоцкого выросло не одно поколение. Удивительно, но даже современная молодежь, предпочитающая сериалы, даже классики Голливуда, знает и с удовольствием смотрит «Доживем до понедельника», «Белый бим, черное ухо», картины, сделавшие имя режиссера бессмертным.
Даже если бы он создал всего один фильм по книге Бориса Васильева «А зори здесь тихие», он и тогда бы занял одно из самых заметных мест в истории советского и российского кино. Эти гении кинематографического искусства СССР создали шедевры, которые будут жить вечно, и прославлять их имена.